Позади 4 дня забега. Уже 250 неравнодушных белгородцев вместе преодолели около 700 километров на дорожке. Главное условие для участников – спортивная одежда и желание помочь. Внести свой вклад решили и мы. Добро не спит, добро бежит. Это безостановочный марафон. Его цель – привлечь внимание к проблемам детей с онкозаболеваниями и собрать деньги на работу хосписа «Изумрудный город». Забег проходит уже в третий раз и объединяет все больше людей. Участвуют все – от любителей до профессиональных спортсменов, как в одиночку, так и целыми корпоративными командами. Поддержать эстафету можно, отправив смс-сообщение на короткий номер 3443 с текстом «Белогорье» и цифрой, обозначающую сумму пожертвования. Дорогие друзья, всем привет! У нас заканчивается уже час. Мы с Надюшей пробежали каждые свои полчаса, но у нас дали еще целых полчаса для того, чтобы вы могли успеть внести пожертвования. Надежда Губич участвует в акции во второй раз. Сегодня девушка увеличила дистанцию и вспоминает, как пришла впервые. Первый раз мой был в 2019 году. Причем это был решающий такой момент в моей жизни. После этого я задумалась и начала заниматься спортом. Такая пробежка с целью благотворительности не только изменила ее жизнь, но и познакомила с другими активистами. Теперь помогают маленьким белгородцам вместе. Когда сейчас в очередной раз мы увидели, что это тоже проходит, и когда увидели, как много занятых окошек, и что попасть сюда не так-то просто, вот сегодня у нас выпала такая честь прийти и полтора часа пробежать. Марафон проходит на базе Центра психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями. Каждый пробежавший получает диплом и символический подарок из беспроигрышной лотереи. На выбор забег на 30 минут и час. Но участники помогают и подменяют друг друга на дорожке и раньше. Это же история про то, что мы, объединившись, помогаем детям все вместе. Независимо от того, какая сумма у тебя есть, каким временем ты обладаешь, каждый может помочь. Вот очень ценно то, что наш прямой эфир, у нас идет прямая трансляция, наш прямой эфир наблюдают дети в гематологическом отделении и родители. И они чувствуют нашу поддержку, они видят, какое огромное количество людей здесь для того, чтобы им помогать, и это очень важно. Присоединиться к акции может любой желающий. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте организации, выбрать свободное время и сделать посильное пожертвование. Дорожка будет крутиться до 12 апреля. Если вы работаете днем, то можете прийти сюда ночью. Центр работает круглосуточно, чтобы эстафета продолжалась, а помощь детям приходила вовремя. Вот такой маленький, но нужный акт добра. Владислава Витковская, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорья.